Антон, с победой тебя. Ты сегодня отдал свой 7-й ассистент в сезоне. Учишься у великих, у Хави. Ну, во-первых, самое главное, с победой всех. А во-вторых, что самое главное, чтобы команде это приносило пользу. А так очень рад, конечно, что лидирую в ассистентах. Но есть по игре в чем прибавлять, поэтому, конечно, очень рад. Уже не в первый раз в сезоне брат забивает свои передачи. Вот братская атака – это секретное оружие Локомотива. Ну, теперь осталось, чтобы я с брата забивал, а то мне все дает, а я никак не могу использовать моменты. Ну, братское оружие, не знаю, но мы в атаке играем, поэтому это нормально, что я отдаю, или он отдает, или другой партнер в атаке отдает. Поэтому здесь нечего сказать, поэтому мы в атаке, игроки в атаке, поэтому это нормально. Впереди у команды тяжелый график. Сначала матч в Лиге Европы, потом долгий перелет в Хабаровск. Как уже, может быть, готовитесь морально к этому? Ну, мы от игры к игре готовимся, конечно. Поэтому сейчас Лига Европы очень важна. Вообще прям надо все силы туда отдать, потому что очень хочется поиграть, пройти дальше и поиграть с топ-клубами какими-то, если попадется. А в чемпионате, если поговорить про Хабаровск, то еще, мне кажется, не на 100% вылет в Хабаровск, поэтому не знаю, посмотрим. Прежде всего, это игра Лиги Европы.